Україні може з'явитися відпустка татуся. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні. Документ пропонує ввести поняття «татова відпустка», щоб надати батькам однакові можливості доглядати за малюком, допоки йому виповниться 3 роки. Що думають про відпустку татуся народні експерти, дізнаємось просто зараз. Дуже положительно. Вони повинні теж приймати участь у догляді за дитиною. Нехай хто хоче з дитиною, той сидить. То воля батьків на то. І держава не може вказувати людям, кому конкретно з батьків виховувати або сидіти з дитиною. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того? Плохо. Отлично. Чому? Ну, пусть. Тоже за ребенком ухаживают. Ну, враховуючи, що у нас рівні права у жінок, у чоловіків, то, в принципі, позитивно. Як сім'я захоче, так вони і обирають, хто буде займатися там вихованням дітей під час декрету і хто саме буде в декреті. Тому позитивно. Я нормально дивлюсь на це. Чому ні? Якщо є така потреба в сім'ї, це нормально. Все це реально. Я нормально реагирую. За границей везде так. Мужчина идет. Если женщина больше зарабатывает, кто лидер в семье, тот работает больше. Я вообще такой противник стереотипов. То есть тут просто каждый для себя тоже развешивает и все. Как вы ставитесь до того, чтобы чоловіки сидели в декреті замість жінок? Трудно сказать. Ну, ради бога, закон разрешить можно, там уже люди сами пусть решают, кто будет сидеть. Может, у него зарплата меньше, чем у жены. Если они, у них такая возможность есть, пусть сидят. Если у жены есть доход больше, чем у него, то можно. Ну, обычная практика, чем мужчина отличается от женщины. В Европе давным-давно мужчины сидят с детьми, это нормально. Почему нет? Ну, у кого есть работа, тот работает, у кого нет работы, тот занимается ребенком. Ну, или выходит из ситуации как-то. Сам просидел 2,5 года. Я считаю, что в декрете может и мужчина, и женщина сидеть, посмотря по обстоятельствам для ребенка. Ну, если 1 000 000 заплатят, можем и сидеть. До того, чтобы Кто зарабатывает, это абсолютно нормально. Семья должна решать, это общее решение двоих людей. Если это обоих устраивает, то это абсолютно нормально. Если женщина состоялась в работе, и она чувствует себя способной обеспечить семью, то, конечно, положительно. Чоловіки должны зарабатывать гроши, а не сидеть дома, байдики бить.